Очень загадочная тема, что мы потех или как перестать залезать в долги. Все, предоставляю слово Максиму. Спасибо, что решили послушать. Я думаю, что многие купились на название, подходили, спрашивали, что это такое. На самом деле разговор пойдет про технический долг, поэтому если кто-то знает, что это такое, или не знает, хочет узнать, то остаемся. Если кто-то знает и хочет высказать свое мнение, то тоже остаемся. Кому не интересно, ищем дальше. Значит, два слова о себе. Меня зовут Шлюга Максим. Из такого интересного опыта 9 лет в погонах, чем, в общем-то, о чем не жалею. Вот, после окончания военного учебного заведения я учил курсантов. Сейчас уже после этого 14 лет в разработке. Начинал разработчиком, сейчас работаю руководителем отдела компании «Код безопасности». Мы пишем софт для собственной безопасности, как может следовать на название, по защите виртуальных инфраструктур. Чтобы было понятно контекст того, что мы дальше будем рассказывать, это плюсы, это достаточно low-level уровень, то есть драйвера, TCP, RPC и прочие страшные слова. Вот, это, собственно, виртуальная инфраструктура, это Microsoft Hyper-V, VMware, VSphere. Все мы при этом активно используем автоматическое тестирование, автоматические тесты пишутся разработчиками. У нас есть отдельная группа тестирования, которая занимается тем, что я называю legacy-тестированием. Раньше это называлось ручное тестирование. А вот я веду свой блог, адрес здесь, есть в Твиттере, можно там, если какие-то будут мысли по ходу доклада, писать туда что-то, я, может быть, если можно вопросы задавать. Я, в общем, на самом деле сам формат подразумевает активное общение, слайды, просто потому что вот есть такая возможность, ну и плюс веселые картинки, чтобы не так скучно было. О чем поговорим? Значит, собственно, кто такой технический долг, из чего вообще, что это такое, из чего состоит? Виды долгов, на мой взгляд, их несколько, поэтому их имеет смысл различать, чтобы понимать, как с ними со всеми бороться. Ну и краткое подведение итогов. С нами будет присутствовать магистр Йода, который в своеобразном стиле будет обсуждать как раз эти решения. Ну вот, давайте сразу же, вот мне интересно, тут я знаю уже некоторых людей-тестировщиков, некоторых разработчиков, даже есть HR-менеджер, а вообще программисты есть? Ага, а тестировщики? Так, не все подняли руки, а кто остальные? HR, все комментаторы, студенты, админы? Да, классно. Значит, что такое технический долг? Вообще, на самом деле, а есть мысли, какие, что такое технический долг? Ну, кто не читал мой блог, кто это, вот типа просто... Плохой код, да? А? Плохой код. Я сейчас посмотрел просто в интернете. А? Я посмотрел уже? Ну, окей, классно. То есть, это не мое. Значит, плохой код. Еще что? Очень у меня фиговый, но это так, прошу, для напоминания. Есть еще какие-то мысли? У тестировщиков есть какие-то технические долги? У тестировщиков? Да. Недоделанные тестовые документации. Ну, вообще любая документация. Недоделки в документации. Да. Все, что знал, мы потом. Все. Туду. Оставлено на потом. Интересно. То есть туду. Ну, вот так пишем. Мы писали всем подряд. Еще будут какие-то мысли? Мы находили разные СМИ, писали ВПА. На самом деле, все это в том или ином виде присутствует, да, в том понимании технического долга, которое... Я себе вижу. Почему я себе вижу? Потому что вообще определения технического долга нет. Тот человек, который придумал эту метафору, на самом деле это метафора, он ее придумал достаточно давно, его зовут Уорд Кеннингем, он считает, это он очень, у него целая статья на эту тему, что такое технический долг, но в итоге, по его мнению, это разница между идеальным техническим решением и тем решением, которое принимается сейчас. То есть тут важно понимать, что это разница между тем,
что вы хотели сделать, а между тем, что сделали, даже, вернее, не что сделали, да, то есть вот это важно, а как это сделали. То есть вот к вопросу о недоделанной документации, вот это, скорее всего, тут, если конкретизировать, да, то тут, скорее всего, документация есть, но она просто, да, какие-то моменты, какие-то ноуты не написаны и так далее. Да, вот это может тогда отнести к техническому долгу. Если какие-то пункты просто отсутствуют, то это не технический долг, это просто не сделанное, да, это не сделанное сейчас. Поэтому, собственно, это вот долг реализации. Вообще, на самом деле, если посмотреть интернет и так далее, то в основном все сразу же, первое, что находится, это действительно плохой код. Ну, потому что это очевидно. Вот. На самом деле, это не так очевидно, как нас, ну, как может показаться. Плохой код — это просто часть, мы вот сейчас, значит, узнаем. Такой долг реализации. Я, на самом деле, разбил на четыре части весь все понятие технического долга. Первое — это вот долг реализации. Сюда можно отнести неверное архитектурное решение. Это спорное, мы сейчас про это поговорим. Костыли, да, всем известные, которые очень активно поставили костыли, все хорошо, поехали дальше. Невозможность рефакторинга. То есть мы видим, что, блин, все плохо, но мы не можем отрефакторить, потому что у нас нет тестов, у нас нет времени на это, поэтому это в очередной раз забиваем и кладем дальше болт на это все хозяйство. Вот, по поводу архитектуры, очень спорный момент, если почитать, опять же, интернета, то одни говорят о том, что это можно относить к техническому долгу, принятие, собственно, архитектурного решения неправильно, другие говорят нет. На самом деле, мое мнение по поводу того, что архитектурное решение должно подразумевать само вообще понятие архитектуры, его нельзя отнести к техническому долгу. Если мы говорим о том, что что-то неправильно придумано, то это, конечно, плохо. Это не технический долг, это просто неправильная реализация. При этом, если мы внесли какие-то упрощения, и мы осознанно это сделали, просто понимая, что вот текущее наше видение проблемы, которую мы решаем, да, мы когда пишем продукты, мы решаем какие-то проблемы, иначе эти продукты никому не нужны. Так вот, наше текущее видение этой проблемы, оно подразумевает, что текущее архитектурное решение, которое мы приняли, оно полностью удовлетворяет это. То есть вот оно, вот как оно сейчас сделано, оно достаточно. Да? Поэтому если ваше архитектурное решение подразумевает легкую смену фреймворков, например, да, то есть там, если говорить о .NET, это там или Net Remoting используется, или WCF Communication, да, вот эти вот все вещи. Если говорить про плюсы, там тоже своих вещей хватает. То есть это вот очень модное нынче слово микросервисы, да, подразумевает, что есть какой-то контекст домены, да, и вот каждый микросервис решает свою текущую задачу. Ну, собственно, если у вас архитектура что-то на это похожа, то можно считать, что у вас она в принципе сделана правильно, если она реализует то, что нужно, то это достаточно. Вот. Значит, немножко больше в упрощении. На примере того, приходит человек в команду. Наглядный пример, у меня месяц назад пришел человек новый. Продукт уже больше 5 лет. Вот. Он, значит, приходит человек, он собеседование, там все, он смотрит, у нас там continuous integration, какие-то тесты вертятся, все красное, все, блин, там мониторинг, все, вообще все круто. Такая идеальная картинка. Представьте себе луж, там пасутся коровки, альпийские вообще такая классная, вообще идиллическая картинка. На самом деле он так заходит в это поле, и тут все, у него как бы взрыв мозга, как так вообще, что это такое, как мы могли это сделать там. И основная проблема во всем этом, то что если ты наступил вот в это вот, то дальше у тебя выбор такой очень специфический. Или ты продолжаешь оставаться вот в этом во всем, при этом ты одной ногой вступил, а вторую думаешь, что делать дальше. Стоять неудобно, вытащить страшно, потому что вонять будет, да, то есть уже все вообще, ты дальше это все разносить будешь там и так далее. Стоять неудобно, чаще ставлю вторую ногу, и все, и вот во всем этом вот живем. Вот была такая вот она реальная ситуация, человек вот реально себя так ощущает, по моему мнению. При этом я менеджер этого проекта, наполовину разработчик. Вот. Как мы будем бороться со всем этим? Есть какие-то идеи? Да, вот, то есть, как бы, вот у нас есть такая ситуация. Она как-то вообще решаема или вот там дальше? Там... А зачем? Зато не уволят. Тоже вариант, да. У вас постоянно есть работа, да, мы постоянно там прыгаем между этими минами.
На самом деле, основной паттерн, который я сам проповедую и пытаюсь проповедовать в массы, это то, что мир после себя надо оставлять чище. То есть, если ты зашел в код, увидел, что он плохой, меняем этот код, делаем мир лучше. Это не только я проповедую, это если почитать классиков, они, собственно, везде про это говорят. Вот. Основной момент, который может здесь возникнуть, это когда это все делать. То есть вот просто так взять и бездумно увидел это плохое и начал все исправлять, вот это неправильно. Это не будет работать просто потому, что есть еще масса других факторов, которые надо учитывать. Собственно, да. Так вот оно и получается. Обычно так оно и есть. Это не мое, но очень каждый день. Это у нас можно распечатать. Над дверью. Да, над дверью, как под храм. Значит, что делает обычный разработчик, да, вот, костыли, все работает, поехало, тестер починил багу, написал, все поправили, все, поехало. Я знаю массу примеров в нашей компании, а я уж не говорю про все остальные, когда фикс, это компилируется, все. Вот компилируется все, дальше это проблемы других товарищей. Они тестировщики называются. Вот. У нас немножко другие подходы, мы стараемся все это проверять тестами, это наша полиси. Это то, что, через что проходили люди на собеседовании, профпригодность, психологическая совместимость автотестов и так далее. Значит, как бороться? Архитектура, да, вернемся к этой штуке. Баланс между продумали и перемудрили, да, то есть иногда вот нам пришла задача, мы начинаем думать, а что, как и где, и начинается, а вот если у нас будет такая штука, то надо вот придумать эту, предусмотреть, а вот если у нас такая штука, то надо вот это еще предусмотреть. В итоге появляется куча-куча ненужных интерфейсов, которые вот в текущем релизе там или еще что-то, они вообще не используются, но тем не менее засоряют код, через пару релизов это превращается в мертвый код, если это... фича не была реализована по каким-то причинам, там каждый раз переносилось это все. И в итоге приходит новый человек, он смотрит, он вообще не понимает, это рабочий код, он вообще живой, используется, не используется. Это вот кусок мертвого кода, который нафиг никому не нужен. Поэтому есть такой классный принцип, это называется UA, wanna needed. Ну то есть тебе это, возможно, не понадобится. То есть максимально просто реализовывать то, что нужно. При этом используя правильное архитектурное решение, которое позволяет менять это быстро в случае необходимости. Значит, про костыли. Ну, не избавимся мы от этих костылей, потому что у всех есть релизы, у всех есть дедлайны. У нас как у продуктовой разработки, то есть мы делаем коробку, которую вот отдаем, грубо говоря, в магазин нашим слезам, они там продают. То есть у нас не заказная разработка, чтобы вы понимали. Значит, поэтому у нас тоже есть костыли, но основной момент и то, что вот если там читать Мартина Фаулера про его технический долг, это баланс между тем, что ты понимаешь, что это долг, понимаешь, что ты это делаешь, и тем, что ты не понимаешь. Вот, собственно, это важный критерий еще. Поэтому если мы костыли делаем, мы их фиксируем в багах, в тасках, на будущее. При этом чем чаще мы это делаем, эту фиксацию, тем чем чаще мы к этим проблемам возвращаемся, тем у нас проблема будет лучше. То есть если посмотреть, такой попробовать себе график, да, вот это объем долга, а это время. То вот эта часть долга, она будет самая дешевая. Мы еще все помним, что у нас поменялось, зачем это менялось и так далее. Поэтому как только мы это сделали, отдали там на тестирование или закончили спринтом, если у кого ожил. В следующий раз это надо обязательно переделать. Или даже в этом спринте есть. То есть мы приняли это, осознанно приняли решение. И здесь вот эта метафора с кредитом. Да, то есть одни говорят, кредит это плохо, ипотека это плохо. На самом деле это нормальное решение финансовое, которое позволяет тебе решить твои проблемы текущие. Главное, ты должен понимать, что за этим следует. Да, то, что ты будешь... Должен будешь выплачивать кредиты, у тебя должна быть какая-то там стабильная работа и так далее, и так далее. Много факторов. То же самое и здесь. И как только у нас есть возможность это пофиксить, мы это убираем. Спускаемся до какого-то уровня. Там, читать Книберга, да, у него это называется бейслайн, и он там старается. То есть в итоге получается. Такая вот. Ступеньки, да, то есть мы затягиваем какое-то решение, потом опускаемся ниже, постоянно фиксим. Значит, по своей практике скажу, что мы делаем. Мы пишем и баги, и таски, но, как правило, таски, потому что баги мне не нужны, потому что если я ее или разработчик фиксит, она опять сваливается на меня,
У меня как у разработчика, у менеджера есть права, но я же разработчик, у меня нет права ее закрыть. Поэтому я ее назначаю на тестировщика, тестировщик вообще не врубается, я даже багу не писал, вообще не знаю, про что речь. Вот поэтому я пишу таски, а таска у нас означает, что если фича сделана, должно быть обязательно автотесты, соответственно, нам проще. Иногда мы просто тестируем, говорим, мы сделали такую фичу, вот у нас есть тесты, хотите проверять, не хотите, это ваша проблема. Как бы, вот, я как бы отвечаю за тот код, который я сделал. При этом, если у вас какая-то таска или бага, скорее всего, или задеферрите там на следующей версии, с таской проще прям ее можно сделать, можно не сделать, она там висит, там релиз прошел, еще один релиз прошел, таска висит. Вот это означает, что это нафиг никому не нужна таска. Потому что если вы к ней постоянно не возвращаетесь, то ну, реально это бесполезно. И вот такие вещи трекать не нужно, их нужно удалять, чтобы они не засоряли там у кого чего, у кого бэклог, у кого там таск трекер, там у всех разные вещи. Значит, рефакторинг. Рефакторинг нужно делать постоянно, при этом нужно понимать, что такое рефакторинг, а что такое переделка архитектуры там, и так далее. Когда ко мне приходит на собеседование, там строчка «делал рефакторинг», я спрашиваю, что такое рефакторинг, мне рассказывают такие страшные вещи, что это, ну, самым простым словом называется «переписал все с нуля», но при этом это называется рефакторинг. Вот рефакторинг — это есть вот классическое определение, да, то есть это набор минимальных изменений с фиксацией, с проверкой того, что вы своими изменениями ничего не поломали. То есть рефакторинг, в принципе, можно делать только в том случае, если у вас есть тесты, которые подтверждают, что вы не поломали. Да? То есть вы сначала, если у вас изначально нет, то вы это фиксируете тестами, потом начинаете менять, проверяете, что у вас нет, ничего не отломалось. Вот, более того, к вопросу о том, что увидел плохой код, сразу пошел его менять. А проблема возникает часто, когда разработчик в результате каких-то там поисков по коду, там проблемы решает и так далее, заходит в какой-то код, видит там кучу вот этих вот артефактов на лугу, и начинает там шарко пошло фиксить. Все, кроме него про это никто ничего не знает. Это во-первых. Изменения были сделаны в том куске кода, который вообще сейчас не тестируется, не относится к текущей реализации, которая на спринт, там, на что угодно, на итерацию, там, запланированную и так далее. То есть он что-то там поменял, потом через два месяца тестер случайно в это втыкается, спрашивает, почему-то ничего не работает, он говорит, да, мы там что-то фиксим. Тут у тестеров там мозги едут из всех мест, где-то едут. Вот, то есть если вы зашли в тот код, который сейчас не относится к текущей, вот команда не знает о том, что вы его меняете, вот не надо его менять, надо запланировать вот этот вот таск у себя, там еще что-то, и когда вы в следующий раз вернетесь именно изменять этот код для того, чтобы пофиксить баг, сделать новую фичу, вот только тогда это делать надо изменения. То есть если они просто лежат, эти изменения, вот не трогайте их до тех пор, пока у вас не возникнет необходимости их поменять. При этом это не относится к тому коду, который вы сейчас пишете. Плохой код, который вы сейчас написали, это не технический долг. Это плохой код, который вы сейчас написали. Код надо писать всегда хороший. Вот именно в том понимании, в котором вы сейчас себе это представляете. Вы завтра придете на работу, посмотрите на этот код, скажете, блин, кто это написал. Ну вот я вас уверяю, именно так все происходит обычно. Что? Если это код, который ты должен сейчас написать, очень сильно зависит от каких-то артефактов, которые были сделаны до этого. Пример. Ну, просто прикрыли, да, нужно поменять функцию, каким-то образом ее идти. Ну, то есть есть там... Есть какая-то задача. Так. Вот, и ты, допустим, или ты используешь какую-то программу, то есть ты в любом случае должен, ну, бывает такие случаи, когда либо ты пишешь в таком же стиле, как там, то есть делаешь стиль, либо ты как бы рефакторишь. Да. Я считаю, если вы решаете задачу и вы используете результаты какого-то другого кода в решении своей задачи, вы вправе поменять эту функцию. И вы должны это, в принципе. По моему подходу, вы должны это сделать. При этом никто не убирает того, что у вас должны быть тесты на ту функциональность, да, или тесты на вашу функциональность, которая использует ту функциональность. Только в этом случае вы действительно можете ее привести к договоримому для вас в настоящее время виду. Потому что, опять же, повторюсь, вы придете на работу завтра, через месяц, после отпуска, и вы не вспомните, почему вы сделали это. Или кто это написал. Вот это вот кучку. Вот. Поехали дальше. Legacy код. Отдельно выношу, потому что у многих вот это больная тема для меня. А что делать с legacy кодом?
Это все классно, вот эти все тесты и так далее. Все им говорят, когда я всем рассказываю про то, что у нас тесты, мне говорят, а как вы их делаете? Ну вот у нас проект с нуля, мы там пишем, вот наш компонент, который в большом продукте, мы там все с нуля покрываем и так далее. Говорят, ну у вас все с нуля, поэтому у нас все хорошо. На самом деле у меня был опыт, когда мы покрывали уже написанный продукт тестами, это тоже работает. Правда, Эдуард? Кто здесь? Да. Вот, соответственно, все нормально с Legacy кодом работает, надо просто собраться, стать настоящим самураем, настоящим мужиком, делать то, что за деньги делает. Что он делает? Что он делает? Он каждый себе представляет долю своей испорченности. А вот на самом деле, что делать? Берете библиотеку, книжки там все, и начинаете читать. Читать книжки на самом деле классика. Рефакторинг, Legacy код. Это до кучи, чтобы вот это все совместить. Вот они реально классический вариант. Ничего умнее, к сожалению или к счастью, потому что, видимо, не так много, читать. Вот, вот тут все есть, как жить с Legacy кодом. И, кстати, недавно смотрел классную презентацию про Legacy код и вообще, что такое Legacy продукты. И выяснил, что на самом деле это классные продукты, мачурные, которые, раз они так долго живут, значит, они кому-то нужны. И это, на самом деле, положительный показатель. У меня до недавнего времени Legacy это считалось плохо. Legacy это значит старое, на это нет тестов, это страшно рефакторить вообще кусок какого-то там. Кусок чего-то. А вот. Но ведь код написанный вчера уже Legacy. Да. Если на него есть тесты, то это не Legacy. А если эти тесты... это не Legacy тесты. Legacy тесты, да. Кстати, Legacy тесты. И тесты на Legacy тесты еще, да. Это тоже мы проходили, вообще классно. Вот. Короче, Legacy сам по себе, это, в общем-то, показатель того, что продукт старый, долго живет, работает. И интересный подход, товарищ, опять же, на микросервисы это спроецировал я, он привел организм человеческий. Он говорит о том, что человеческий организм, он умирает вот уже сейчас. Вот он живет, а он умирает. У него там, не помню сколько там, миллионов клеток умирает прямо вот сейчас, каждый там сколько-то там секунд, минут, там, не знаю. Но на их место появляется новый, нет, идет обновление. То же самое с продуктом. Для того, чтобы он жил, нужно иметь возможность постоянно переписывать. Для этого как раз используются эти компоненты, которые есть возможность взять, рубануть топором и что-то переписать кусочек. И как раз вот эти новые архитектурные методы или старые архитектурные, хорошо забытые методы, там вот эти микросервисы, там компоненты и так далее. Они как раз для этого и используются. Но тем не менее ты намекаешь аналогии, что что бы вы ни делали, все равно помрет. Почему не помрет? Ну, человек-то рано или поздно все равно умирает. Ну, так в этом что-то есть, да. Ну, хорошо, 10 лет живет продукт, потом новый пишет. На самом деле есть тема, что разработчики устают от одного и того же продукта, тестировщики устают от одного и того же продукта. А вот, и что-то новенькое, классно. Значит, дальше, технологический долг. Это немножко специфическая тема. То есть вот мы говорили про то, что код, который вот сейчас пишется, сейчас что-то разрабатывается. Вопрос, как, если мы вернемся к самому началу, как сделано, да? Мы когда как делаем, мы пишем с использованием каких-то своих инструментов. Мы можем там использовать современные фреймворки. Мне ближе плюсы, да, поэтому здесь вот и плюс 11, и плюс там, современные IDE, инструменты для рефакторинга. Так вот, проблема бывает, когда от этого всего отказываются. Я знаю компании, которые, я знаю людей, которые приходят опять же ко мне на собеседование, рассказывают, ну я 11 плюсы, но вот я там сам смотрю, потому что у нас запрещено на работе. Начинаешь спрашивать, почему запрещено, и выясняется, что скорее всего просто никто этого боится, потому что это риски, это ты что-то втыкаешься в какие-то грабли, про которые не знаешь, соответственно, сроки могут поехать, менеджер принимает волевое решение, мы этого не используем. Мы не переходим на новую студию, как это опять же есть, так, прецеденты и так далее, и так далее. Пишут свои велосипеды, потому что open source это, блин, мы не знаем, кто его написал, зачем он написал, мы тогда пишем свой велосипедик, потому что это прикольно. А вот. А на самом деле все очень просто, если вот как бы мы говорим с точки зрения разработчика, да, то есть менеджер такой продвинутый, как бы он все это давайте, 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 то это прикольно. А бывает, что менеджер он упрямый, и у него на самом деле есть проблемы, то есть у него начальство по голове стучит за сроки и так далее. Когда к нему приходит разработчик, говорит, вот, блин, там классная штука в плюсах, давайте, блин, перескочим все-таки там, в студии. Говорит, не, сейчас нельзя, потому что, блин, ты же не знаешь, как ее использовать и так далее. Получается замкнутый круг. Разработчик этого не применяет, потому что на работе нельзя. Менеджер не дает это использовать, потому что, блин, нет знания. Все.
Выход один, если разработчик реально хочет это использовать, мы не говорим сейчас о менеджерах, которые в люке там и так далее. Если разработчик реально хочет использовать, надо этому научиться. И тогда уже говорить, блин, да вот у меня примерчик, все классно работает. Вот у меня вот было столько кода, стало вот столько кода. Все это классно вообще, все. Я вас уверяю, пойдет на менеджер на то, что он это разрешит использовать. То же самое с другими языками. То есть вы пишете на плюсах, учите другие языки, там, Python. Что-то у меня там товарищ сейчас на работе изучает, я даже название там не знаю, реально. Он сидит, он говорит, блин, классно, там, Go что-то смотрел, еще что-то, блин. Забыл такое название, интересно, будет в борте. Ну, в общем, фишка в том, что новые языки дают возможность расширять область знаний твоего текущего языка. Ты начинаешь думать про то, как твоим текущим языком решить так же элегантно, как представлять Python. Вот это про себя говорю. Я перед тем, как пришел в КБ, я года три писал в основном на Python. А тут пришел опять плюсы. Плюсы я знал до этого. Вот. Пришел опять плюсы, и мне так ломало, потому что кипец. На Python там одна строчка, на плюсах это целый файл. Вот. Просто потому, что я не использовал буст, я не знал буста. Я когда начинал это все выяснять, да, пожалуйста, подключаешь буст и пишешь, ну там не одну строчку, две строчки. Уже круто. Сейчас с 11 плюсами это вообще упрощается. Поэтому, если ты знаешь, как что-то сделать в другом языке, ты пытаешься найти, как это в своем языке, и у тебя это получается, вообще кайфово. Это если с точки зрения разработчиков. С точки зрения тестировщиков, я думаю, что то же самое. То есть вот эти разные подходы, там же их тестирование, если зайти на какой-нибудь сайт специализированный, там одних терминов на несколько скроллингов хорошего экрана, там самые известные, это все эксплоритарное, там FOMOS тестирование, стабильность тестирования и так далее. Если вот этих в разных областях смотреть, плюс еще смотреть какой-то язык программирования, то я думаю, что и тестировать будет проще. Мне так, по крайней мере, кажется. Процессный долг – тоже такая интересная штучка. Это как раз процессы, которые мы используем в работе. Это Continuous Integration, это парное программирование, ревью кода, автоматическое тестирование. Да? То есть если мы от этого всего отказываемся, у нас автоматически получаются проблемы с тем, что мы, опять же, как мы пишем, потому что мы чего-то боимся, мы боимся рефакторинг, у нас нет тестов, мы боимся что-то поломать, что-то зачекинить, потому что у нас система хранения исходников дурная, блин, типа TFS. И вот это все накручивается, у нас нет continuous integration, мы о том, что мы что-то закоммитили, это поломало, билд узнаем там в лучшем случае через сутки. Билд там собирается 4 часа, и это никого не волнует. В общем, это вот все, оно приводит к тому, что у нас получаются вот эти всякие долги, да, которые вот так вот растут. И отмазки классно, вот если вот слушать, там, ребята, почему вы это не везете? Блин, у нас времени не хватает. То есть для того, чтобы упростить себе работу и сделать в следующий раз быстрее, они сейчас говорят, у них времени не хватает, а у них в следующий раз этого времени тоже не хватит. То есть он потратится один раз, и дальше у них та же самая проблема будет. И это я не придумываю, это вот у меня реально люди там, в соседней комнате работают с такими вот, в кавычках, практиками. Статический анализ, это есть специальные утилиты, которые позволяют отдать ей исходники, плюсовые, джавовские, шарповские. Она тебе покажет проблемы, ошибки. Да? То есть ты еще ничего не запустил, она тебе уже ошибки нашла. Вообще супер. С плюсами там есть всякие прикольные проблемы с этим связаны. Но вот я знаю, джависты у меня знакомые активно используют. Там, я сейчас название не скажу, но если поискать, там масса вещей. Я не знаю, в шарпе есть что-то такое, да? Шарпе есть строение. Да. Вот, то есть очень полезная штука. И она автоматизируема. То есть ты ее добавляешь в Continuous Integration, и у тебя это все автоматически, тебе ничего делать не надо. То есть я уже даже не говорю про то, что на рабочих местах у разработчиков это все должно стоять. Но в принципе можно поставить только на билдер, да, Continuous Integration прогнал, выплюнул тебе твои эти артефакты в обратную сторону со всеми мутюгами. Вот, так вот, что это, как это применяется? Ну вот по опыту, никакие уговоры, рассказы про то, что это так классно вообще и так далее, они, как правило, находится куча контраргументов. Я думаю, что любой из вас сейчас, напрягшись, может придумать массу аргументов, почему этого не стоит делать. И, на мой взгляд, это просто признак профессионализма, да, использования этих вещей.
их просто надо делать. Это вот то же самое, вот вы умеете программировать, да, вот вы считаете, что вы умеете программировать, на самом деле, если вы не используете при этом тесты, continuous integration и все прочее, то вы не программируете, вы просто ходите, вы что-то ходите, там, кодируете инструкции, все. У вас не получается программного продукта просто потому, что вы, молотком стучите, кости забиваете, а дом построить у вас, скорее всего, не получится, а если получится, то соответствующими вещами. Что-то спросить, конечно, вот, то есть, в принципе, это вот просто надо брать и делать. Вот, если возникают проблемы, то есть масса источников, как эти проблемы решаются. Есть там коллеги, есть интернет, великий, всемогущий, есть умные книжки. Вот, собственно, вот все, что можно сказать. Есть еще такая классная штука, как долг компетенции. Есть у кого-нибудь мысль, что такое долг компетенции? Когда берешь человека заранее с заниженным грейдом, ты его ставишь на позицию более высокую? Нет, не в этом плане. Интересно. Но это что-то из области аутсорса, да? Да. У меня не было, я вот все свое время продуктовой разработкой занимался, я слышал про слово грейд только в аутсорсе. Но очень похоже, да, на самом деле. Берешь какую-то технологию, начинаешь ее использовать, а учишь в процессе. Это на самом деле хорошо, это не долго. Нет, что-то такое, как я займусь. А потом разбираешься, как надо сделать было, как надо было. Так это так оно обычно и получается. На самом деле, если вам так дают делать, это вообще классно. Изучаете новое на работе. Блин, фантастика. На самом деле. Я нашел это вот около года назад, вообще вот этот термин, мне он близок, я в общем понял, что это такое. Вы можете, как бы, это вот чисто мое мнение, да? Это вот такая тема, значит, есть узкоспециализированные люди в команде, каждый отвечает за свой кусочек. Один пишет драйвера, другой пишет юзер-интерфейс, третий пишет коммуникацию с базой данных, четвертый пишет обвязку, которая все это связывает между собой. В итоге эти знания, они накоплены в одной мега-могучей голове. Такой вот мозг мне сразу запоминается. А, еще есть менеджер. Менеджер — это вообще мега-мозг. В идеальном случае это такой вот сразу запоминается фильм «Звездный десант», когда там они поймали вот этот мега-мозг, выкатывают там такой вот мозг такой. А вот, все. И в итоге что случилось? А, вот человек знает. Вот, все, один человек знает, больше никто не знает. В итоге, что произойдет, если этот человек уйдет? Да? У вас останется кусок огромный кода, возможно. Ну, как правило, это огромный кусок кода, если мы говорим про большие. И никто не знает, что там внутри происходит. Ну, реально. У нас на работе такое есть. И у меня в отделе такое есть. Это ты. Мозг? Да, мозг, да. Но у нас есть специализированные товарищи, которые... Один драйвер знает, как писать, но, блин, реально, чтобы научиться нормально писать драйвер на Винде, это, блин, надо убить кучу времени. Другой хорошо разбирается там во всех этих там сервисных хитросплетениях, как там TCP стек работает, RPC, там вот это вот все хозяйство. Ну, реально, UI-щик во всем этом, нифига не понимает. При этом человек, который разбирается в TCP и драйверах и всем прочим, для него UI это, блин, он его вообще не запускает даже. У меня были, пока я не обнаружил этот момент, у меня разработчики не запускали юзер-интерфейс, а мы релизились. Потому что у них черно-белая консолька, они там кайфово. Вообще, они там все вот эти вот зеленые экраны из матрицы, вообще все классно. UI не запускается, при этом в день релиза там запускается. Ёперный бабай, кто это сделал? А самое обидное, что это я сделал. А вот, соответственно, решается это все тем, что обмен знаниями, да, как мы можем меняться знаниями. Естественно, общение. Вот эти вот злополучные, всеми там критикуемыми или не критикуемыми стендапы, пятиминутки, там, как по-разному их можно называть. Это вот то, что утром все собирается и что там общается. Я никогда не фиксирую время, сколько их проводить, не сколько. Вот сколько вот люди хотят наговориться, вот мы там говорим. Да? Если там ушло в какие-то дебри, которые начинают общаться только я и разработчик, и все остальные вообще не в курсах, что происходит. Я стараюсь такое отсекать, и мы уже общаемся с разработчиком, когда он уже полез там какие-то свои, там ему надо приоритеты расставить, а можно так, а можно сяк. Но при этом начало слушают все слушают эти проблемы. Слушают, правда, не всегда понимают, когда там через день начинают, блин, так это же обсуждали, все делают большие круглые глаза, и никто ничего не слушает, не вспоминает. Это отдельная тема. Парное программирование у нас, блин, никак не взлетает, наверное, потому что у нас всего там 5 человек в команде. У нас, во-первых, нечетное, по парам не поделиться, во-вторых, но для этого нужно какое-то такое
на мой взгляд, это социальная такая вещь, возможность парное программирование, потому что, во-первых, постоянно сидишь вдвоем с человеком, да, можно меняться, это даже нужно меняться, вот, но психологически это очень сложно. Обычно там разработчики достаточно замкнутые люди, а если какой-то там сидит, какой-то рядом, там. Хорошо, если у них между собой хороший контакт, там, и они вот фигачат все это, но иногда не получается. Ревью кода. Интересная практика, дает возможность хотя бы посмотреть на то, что вообще пишет другой человек. Полезно ли это с точки зрения умения писать драйверы или юзер-интерфейс? Спорный момент. Скорее всего, нет. Если люди не знают предметной области, в которой идет ревью кода, да, к предметной области, к которой относится код, то, скорее всего, они нормально его не отревьюют. И все комменты будут из серии «У вас тут скобочка не в том месте поставлена, у тебя переменная не так обозвана» и так далее. Что такое парное программирование? Что такое парное программирование? Отлично, вообще радуют люди, которые задают такие, вроде бы, казалось бы, капитанские вопросы. Да? Это классно на самом деле вообще, потому что я завидую таким людям, которые что-то узнают новое. Значит, что такое парное программирование? Это идеальный классический вариант, это сидит два человека за одним компьютером, с одной клавиатурой, не будем, с одной клавиатурой, вот, и делают одну фичу в один момент времени. Они вот утром на стендапе определили, что будут писать вместе, садятся и пишут. Дальше пошли вариации из серии, кто-то полдня это делает, кто-то целый день делает. Называется это водитель, драйвер, да, и штурман, навигатор. Значит, один думает, а второй просто клавиши нажимает. При этом они реально между собой общаются и на ходу решают кучу проблем, которые могли бы возникнуть, если бы это делал один человек. Это вообще офигенски работает. У нас иногда садятся такие кучки, особенно когда идет заводка какой-то сложной фичи, и нужно там межсервисное взаимодействие, там еще что-то, типа, вот этот должен что-то вернуть, этот должен принять, и они должны между собой договориться. Как. Они садятся вместе и полдня струящие. У меня такой прям бальзам на душу. Они сидят, такие кодят, я их фоткаю, вообще все классно. Они супер это работают. На самом деле есть куча людей, которые я знаю вот здесь. Я могу прям, если интересно, вот, показать пальцем, сказать, они даже меня чморят по поводу этого парня. У них это вообще просто возведено в абсолют. Они, в принципе, постоянно ходят парами, постоянно меняются между собой. Вот. И они считают, что это вообще супер практика. Там очень много возникает моментов. Там многие компании где-то практикуются, у них специальные столы для этого. Главное, экономия какая на компьютер. Да, на это. Ну, тут начиная с курса, а это, блин, дорого. Так бы два человека писали две фичи, а так двое пишут одну фичу, и на самом деле... Ну, на самом деле, у второго тоже есть компьютер. Он воздух греет только в этот момент. Можно вот, вопрос, те, которые все время делают стекут парное программирование, они потом могут самостоятельно что-то сделать? Да, как правило, еще это применяется тем, что пары формируются таким образом, ну, там, по желанию, по уровню знаний, как правило, там, новичок и старожил, там, стажер и ведущий программист, новенький в проекте и тот, который там 5 лет отработал. Вот это вот все идет передача знаний. И это все формируется. И, естественно, они могут сами программировать. Но если, на мой взгляд, если они не умеют сами программировать, то это вообще крутые товарищи. Они придут и везде будет парное программирование. У меня не получается. Я, наверное, потому что сам, в общем-то, так, блин, ну, иногда там у меня заканчивается менеджерская пятиминутка, ну там растягивающаяся на полдня. Я думаю, что-то надо походить, а у меня в основном юзер-интерфейс, который никто не любит. Я там что-то какой-нибудь там код, который думаю, блин, ни хрена не помню, там в этом STL. Я подхожу к доске, на доске пишу, я устраиваю программирование на всю комнату. Такое мега парное программирование, я пишу задачу, там куча решений и так далее, я все слушаю, говорю, фигня, все это ваше, я по-другому сделал. Ну, все ржут при этом, ну, как бы нормально. Я много узнаю нового про STL, про чего не знал. А вот, ну, в общем, вот так это работает. А как вы меняете задачи? Многие специалисты как-то связаны. У нас есть, попадаются задачи, когда это не связано с конкретным образом. Ну, то есть мы не постоянно пишем драйвер, да? Мы не постоянно пишем юзер-интерфейс. У нас очень много бизнес-логики, очень много взаимодействия с базами. У нас есть автотесты. Автотесты вообще универсальный способ писания. Их все могут писать, абсолютно вообще все.
Ноинг чек, у меня пришел ноинг чек, я ему сказал, пиши автотест, и он за 2 часа начал писать автотесты. Я понял, что фитнес плюс пауэрлифтинг, это форевер. Вот, супер. Поэтому есть, попадаются задачи, которые действительно может решить один человек. Какой-нибудь там реверс-инжиниринг, он открывает дизассемблер, причем не студийный, а какой-то там даже название, это сам. И у него там вот этот вот экран, который там из хекса, все что-то истеричное, и он там тыкает и находит проблемы, находит эти функции у Microsoft, которые надо дернуть, документированные и так далее. Но это действительно ноу-хау, знания, то есть их, ну, ими надо обладать, и не всеми обладают. Ну, естественно, такие задачи решаются каким-то определенным человеком. Вот. Но при этом есть очень много задач, которые обычно любой разработчик, на мой взгляд, должен решать. При этом я стараюсь иногда там менять, да, балансировать. Не всегда там интересная задача в виде сетапа, например. Не все любят писать сетап, а вот я поэтому стараюсь задачи по сетапу менять. Ну, типа, ну, ты сегодня посмотри там, особенно если касается там, типа, вот там проблема в скрипте установки, в SQL, там, Postgres. Вот. Любой в команде может поиграться с этим скриптом, написать автотест на этот скрипт конкретно. То есть не обязательно там собирать весь сетап, чтобы проверить то, что там работает. То есть, в принципе, это все решаем, находибельно. Итого, вот, собственно, в общем, да, для себя я разбиваю это вот на 4 этих долга, про которые мы с вами пообсуждали. А вот, казалось бы, что такое там, кругом долги, вообще пипец, как страшно жить. Нафига они нужны вообще, да? То есть вот многие не знали про вас, и все, ну, про эти долги, все классно работали вообще, нафига это все нужно. А, просто я надеюсь, что после сегодняшнего разговора у вас это появится, вот это вот триггер в голове, что вот ты что-то сделал, ты понимаешь, что это фигня, но сейчас вот времени хватает, и я просто по-другому не знаю как. Или вот в принципе ты на следующий день пришел, там, через неделю увидел, о, блин, как же так можно было написать. Поставьте себе галочку о том, что вот это надо поправить в следующий раз. А вот, я уверяю вас, что со временем, я уже не говорю про практики, вот эти всякие процессы, тесты, впрочем, это вот реально надо. Это там технический долг, не технический долг, это все фигня, это просто надо. Вот, ну и по поводу долга, то есть как бы взять-то его можно, но при этом нужно понимать, что возвращать его придется. И если вы вот это вот делать не будете, да, то вот меня сегодня спрашивали прикольно на работе, когда я рассказывал, что буду рассказывать, можно дорасти до какой-то точки, чтобы у вас там первые мысли, которые возникают при открытии кода, блин, кто же это все написал, надо все переписывать, вообще реально. Все, руки опускаются, и у вас там все такое выходы. Или, да, или продукт закрывается, ну, потому что там вы говорите, блин, для того, чтобы вставить эту фичу, надо переписать это, куча мест, это все перепроверить, и получается полгода. Все говорят, да ну нафиг, мы вам не дадим денег больше. Закрываем проект. Или вы сами для себя впадаете в такое состояние, что, блин, все пипец, какашка, я на нее больше смотреть не могу, увольняйтесь. На самом деле все это в ваших силах. Главное, там не штука занять, а штуку потом отдать. Нужно это все контролировать. Собственно, у меня вопросы, да, это все как бы закончилось. Более подробно про это можно почитать. Вот здесь ссылочка короткая на мой пост в блоге. Там дальше внутри ссылка еще на один пост со всеми там материалами, которые я себе по техническому долгу собирал. Если кому интересно, можно пойти посмотреть. Я слайды на слайд-шаре выложу, там по твиттеру, там в блоге можно это все посмотреть. Вопросы там же можно задавать, можно сейчас. Йогу. Спасибо.